Мы живем в мире товаров, имен, брендов. Программа «Жилье мое» поможет сориентироваться в океане предложений. Сегодня мы начинаем серию сюжетов «История одного бренда», где расскажем об именах с мировой известностью, познакомим с философией производителей, которые стараются донести до своих покупателей красоту, комфорт и стиль. Первый разговор о французском текстиле «Yves Delorme». «Yves Delorme» – это часть семейной фирмы «Tissage Frémaux», главный офис которой находится в Париже. «Frémaux» производит постельное белье высочайшего качества с 1845 года, являясь старейшим текстильным производителем во Франции. Фабрика «Frémaux» первой во Франции предложила своим клиентам не однотонные ткани с вышивкой, как это делали все производители постельного белья, а ткани с набивным рисунком. Это была настоящая революция в своей отрасли. Главное ноу-хау компании – «Frémaux» первым начал производить постельное белье из жаккардовых тканей. «Yves Delorme» прошла 150-летний путь традиций и технологий и превратилась в символ роскоши на текстильном рынке. Каждая коллекция сначала рисуется от руки. Исключительная линия «Yves Delorme» – это только мягкие оттенки и элегантные световые сочетания. Эксклюзивный дизайнер коллекции с 1989 года – Эвелин Жульен. Основные темы коллекции – все, что навеяно путешествиями, стремлением к совершенству. Философия марки «Yves Delorme» – мир покоя, сна, чувств и любви. Коллекция «Yves Delorme» имеет три основных направления – классика, романтика и деко. Коллекции белья обновляются каждые полгода. Компания «Yves Delorme» представлена во всех странах мира. Ассортимент товаров компании восхищает – от наволочки до покрывала, от полотенец, халатов, одежды для дома, до посуды, свечей, ароматов, мыла и даже мебели. Коллекция «Yves Delorme» – утонченный шарм французского облика жизни.